Вот такая лиза получилась. Так, Камила помыла руки специально показать, да? И он уже не... Уже не пачкается, так как да. мы... Она добавила гуашь. Для меня это самый лучший вариант, потому что других красок у меня нет. А ну да, я попробую. Ну, есть акварель, но это... Да, смотрите, у меня рука чистая после того, как я... А что же будет, если я... А черный? Перемешаю черный со своей рукой. И ничего. Ничего, тоже не пачкается. Это плохой резон, я его окрасила черным цветом. Где же Камилины глаза? Все, пока. Пока-пока. Получилось такой лизун. У меня был он плохой, я смешала его с зубной пастой. И вот он стал такой красивенький, беленький. И я решила его смешать с гуашью. Такой же цвет на мужике. Очень яркий, это красный. И фиолетовый или оранжевенький. Но я думаю, красный самый яркий. Я выберу его. О, Господи. Перевернулась. Еще у меня есть вот такой кусочек. Я его тоже перекрашу в какой-то. У меня два кусочка. Так, чем же его перекрасить? Кисточку надо. Не приготовила? Угу. Теперь пальцем молю. Из ничего получится, но он очень яркий. И потом его смешать, и он получится очень красивый. Вот такой. У тебя руки красивые. На Хэллоуин. Хотя он уже прошел. Твой Хэллоуин где проходил? А в путешествии. Ага. Как раз где мы были, я уже забыла. Там в каком-то отеле, там где руки на полочках лежали. И мозг, и глазки. По-моему, в Италии, да? Не? Не, во Франции или в Италии. Ну, где-то прошел у нас Хэллоуин, я уже забыла где. А мы просто видели, там кто-то лежал, там глазки были, и ручки, и ножки отпали, Каролина оторвала. Отрубленные, да? Вы смотрите наше видео, оно еще не вышло, но мы снимали Хэллоуин. Вышел? Нет, Хэллоуин. Это мы проходили, гуляли по городу, она выкладывала, там где на коляске там лежал человек. Ну, девушка, у него волосы были. Ого. О, видишь, какой краснючий уже. Мозги. Вот такой. Не хочу. Вот такой. Угу. И руки чище стали, да? Все в лизуна впиталось. Краска не просто лизуна. Ведь зубная паста ему помогла. Угу. Вот такой он стал красивый. Хэллоуинский. Если до него добавить оранжевенького, он станет как тыковка такой. Цветом. Да, нет, тут черный немножечко. Не надо черный вот будет. У нас есть черный. Только не черный. А? Только не черный. Да, там черного немножко с оранжевеньким. И последний. Раз.
И у нас такое он становится. Короче, можно сделать любого цвета лизунчик, да? Да. Если будет у вас желание. О, господи, с пузырями давайте ставить. Вот такой он стал красный. Угу. И я с ним. Ты с ним. Да, вот так вот стал лизунчик. Его просто... Ладно, приступим ко второму. Красивый. Окрашивание. Вот это черный можно покрасить. Станет вот такой брат. Нет, я не хочу черный. Я хочу какие-то яркие цвета. Это у нас был желтый. И каким же его сделать? Желтым. Так, вот такой у нас цвет красивый будет. Ты сейчас своими руками, наверное, твой желтый будет красный. Красный, да. Ладно. Вот такой получился. Синий сделай, синий, во. Синий такой насыщенный, и я думаю, что красные руки не... О, не вообще не красится. Красится. Сейчас я побелю немножечко кабельчик, чтобы он немножко белее стал. А то синий как-то очень будет видно на зеленом. Синий и зеленый, что же будет? Это синий и желтый, это украй. А вот. Ну, маловато. Вот бы, если был голубой и белый лизун. Белый лизун и голубой цвет. То было так красиво. Ну, кто ж тебе не дал белый и голубой сделать? У меня голубого нет цвета. Белый и синий только, да? Да. Ну, ладно. Ой, коричневым получается. От красного, наверное. Наверное. Все-таки черный надо перекрасить. Просто мне твои ручки жалко будут. Да. Черненькие. Красный. Ё, как он расплавил. Да, мягенький стал. И, наверное, да, он черным становится. Ну, красный этот равно фиолетовый, но он коричневый такой становится. Красный и синий, это фиолетовый. Но нет, получается... Эх! Стой! Подожди. Я не могу открыть его. А что ты открываешь? Черный цвет. Все-таки черным хочешь? Да, он уже черный. Сейчас красивый. У тебя страшные ручки будут. Точно! Лучше выкинь, экспериментируй. Все, хрюшка. Да. Камилочка, хрюшка. Замазушка сейчас будет. Мешаю. Ого, эти с черным стали. Вдруг этого будет. О, мама, я как будто в угле покупалась. Это собрат будет, да? Братик слайм. Маленький большого черного лизунчика. Лизун и слайм, братья. Сопли. И это. Вот. Угу. Такой черный. Вот. Черный такой слайм. Он не чисто черный. Он даже на столе не оставляет цвета больше. Он весь вмешался в этом черном цвете. Зеленый. Там взялся откуда зеленый. Вон зеленый там. Все, я перекрасила два этих слайма. Пык! Нет, я не буду это делать. Там оранжевый, видно. Он стал лучше и черней. Да. Все, эксперименты закончились. Да, сейчас я домой пойду и буду с ними играть.
Ну все, тогда всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте на наш канал, ставьте лайки. С вами были я, Камила, на канале Камила и Каролина. Пока-пока. Пока. Пока. Вот такая лиза получилась. Так, Камила помыла руки специально показать, да? И он уже не... Уже не пачкается, так как да. Мы... Она добавила гуашь. Для меня это самый лучший вариант, потому что других красок у меня нет. А ну да, я попробую. Ну, есть акварель, но это... Да, смотрите, у меня рука чистая после того, как я... А что же будет, если я... А черный? Перемешаю черный со своей рукой. И ничего. Ничего, тоже не пачкается. Это плохой резон, я его окрасила черным цветом. Где же Камилины глаза? Все, пока. Пока-пока.